Здравствуйте, это программа «Я и мой характер». Сегодня мы продолжим речь о разочаровании. И в этом нам поможет наш гость Виталий Архипов, автор книг и публикаций по психологии. Здравствуйте. Здравствуйте. В прошлой программе мы говорили о том, что, ожидая от других людей только самого лучшего, мы приходим к разочарованию в этих людях. Но иногда мы выставляем себе самим такие требования, которые не в силах исполнить. И также разочаровываемся, но только уже в себе. Может ли быть разочарование в себе сильнее, чем разочарование в других людях? На мой взгляд, разочарование в себе – это более сложный вариант. Потому что, ну, по крайней мере, по тому, как человек преодолевает это разочарование, это более сложный процесс, когда ты разочаровался в себе. Потому что в других людях ты разочаровался, но надежда на себя есть. Надежда есть на будущность, и ты связываешь свое будущее с собой. И ты можешь, может быть, исключить других людей из своего будущего, но, по крайней мере, с собой ты можешь еще как-то разобраться. А когда человек разочаровывается в себе, то вообще тогда сложно найти какую-то надежду в жизни. Если ты не уверен и разочарован в себе, то тебе не помогут другие люди. Если ты разочарован в себе, то сложно вмешаться каким-то обстоятельствам, чтобы тебя вот привести в нормальное состояние. То есть получается, что это такая крайняя точка разочарования. И мы говорим о разочаровании в людях, что бывает разочарование в Боге, в жизни. Но, на мой взгляд, вот разочарование в себе – это такой самый сложный вариант. За счет того, что внутренний конфликт такой происходит, который мы не в силах решить сами с собой. Если с внешними людьми, то с другими людьми, мы можем поменять ситуацию, мы можем обратиться к другим людям, мы можем начать сотрудничать или дружить с какими-то другими людьми, то с собой эту ситуацию применить нельзя, такое решение. Да, но все равно выход есть. Всегда можно найти решение, потому что вот жизнь так устроена, что нет тупиков. Господь всегда предлагает какой-то выход и решение. Какие же причины разочарования в самом себе? Виной снова неправильные установки. Человек утверждается в определенном представлении, что должно быть вот так, а не иначе. И вот я перечислю сегодня несколько таких ложных представлений о жизни, которые и приводят нас к разочарованию. И в данном случае к разочарованию в себе. Первая такая установка, которую человек дает себе, называется «я все смогу». Для себя, может быть, в детстве даже, человек говорит «я все смогу». И он формирует вот такое отношение, и, может быть, у него действительно все получается или почти все. И он считает, что так будет всю жизнь. И это некий детский максимализм такой. Да, но это естественно, в возрасте 6-7 лет у всех детей вот появляется такой максимализм, когда ребята спорят между собой, и один парень говорит, что да я запросто переплыву Волгу, а другой говорит, да я запросто вот там переплюну вот эту дорогу. Кто-то еще чем-то хвалится, а другой говорит, что да мой папа, он вот приедет на танке, и вас всех победит. А мой папа прилетит на самолете, и вашего папа победит. Да, то есть вот такие разговоры детские. И таким образом они утверждаются в определенных там представлениях своих, да, и они говорят, что вот я все смогу. И вот интересно наблюдать... Но для этого возраста это нормально вполне. Да, интересно, кстати, наблюдать за этими детьми, вот как они себя ведут, и они настолько уверены вот в своих этих утверждениях, когда взрослый находится рядом с ними, вот просто забавно смотреть на то, как они это все представляют. И серьезно воспринимают. Серьезно, да, это все говорят. Вот. Но потом, естественно, когда ребенок чуть-чуть взрослеет, он должен понимать, что нет, он не сможет переплыть там, море, да? Он не сможет сделать какой-то такой поступок.
и его папа не прилетит на самолете, и папа его друга не приедет на танке. То есть должно прийти какое-то реальное представление о жизни. Вот, и должны вот какие-то объяснения у этого ребенка появиться, вот почему это невозможно. И он должен согласиться, что это нормально, это естественно, и тот конфликт, который у вас возник в песочнице, можно решить другим образом, не такими вот доводами, а разобраться как-то по-другому. Но есть люди, которые вот уже повзрослели, им уже не 6 и не 7 лет, они вошли в реальную жизнь, но вот с таким нереальным представлением, что он все сможет, у него все получится, нет никаких ограничений. Как я захочу, так и будет. Но есть какие-то жизненные законы, есть законы физики, которые ограничивают нас, да. Да, не позволяют тебе сделать что-то. Человек говорит, я всегда буду здоров. Но мы вот так устроены, что организм ветшает, да, наше тело ветшает. Ты душой всегда ты будешь молод, и духом своим ты будешь как младенец. Но твое тело, оно на этой земле не остается неизменным. Вот, и мы сталкиваемся с этим, с тем, что реальность не такова, как мы себе предполагали. Поэтому если человек, конечно же, имеет такое представление, что «я все смогу», то однажды, когда у него что-то не получится, он разочаруется в себе. И сломается его жизнь, сломается его представление. И если он все-таки будет настаивать на том, что он все сможет, то ему будет вообще сложно в этой жизни. Поэтому, да, у тебя хорошо, что есть такое желание все смочь, но не всегда быть получается. Быть таким суперчеловеком. Да, но не всегда получается, и не должно разочаровывать тебя то, что что-то не получается. Допустим, человек говорит, я смогу стать самым лучшим футболистом в мире, я смогу стать самым лучшим ученым в мире. Не стал. И что теперь? Значит, нужно разочароваться, нужно закончить жизнь самоубийством или запереться от всех, сказать, что мир жесток, что Бог меня не слышит, что люди меня не понимают. Не понимают. Нет, то есть нужно продолжать жить. Следующая такая неправильная идея, которой люди приводит нас следуют, к разочарованию, да? Да, что я всегда буду все делать правильно, никогда не ошибусь. Человек не дает себе изначально права на ошибку, а это очень серьезно. Если мы так устроены, что мы делаем ошибки, мы совершаем ошибки. Если мы были безупречными и не нуждались в благодати Божией, не нуждались в Его милости, не нуждались в том, чтобы Он освободил прощал нас от грехов, да, и простил нас, то Иисусу не нужно было приходить на эту землю и умирать за нас, и избавлять нас от грехов, проклятий и болезней. Он пришел, потому что мы в этом нуждаемся. Когда человек изначально говорит, что «я никогда не допущу ошибку в своей жизни», он противоречит Библии, он противоречит вот жизни, он противоречит здравому смыслу. Ты совершишь ошибку. Но когда человек считает, что он непогрешим и все-таки совершит ошибку, для него это будет большая трагедия. А наши ошибки — это неотъемлемая часть роста. И поэтому должно выработаться правильное представление о... И отношение, наверное, да, к ошибкам. Представление о жизни и отношение к ошибке. К ошибкам. Нормально, что я ошибаюсь. Сделал вывод, пошел дальше, снова совершил ошибку. Учел какие-то моменты. Да, приобрел определенный опыт и пошел дальше. А если человек не соглашается с тем, что в реальной жизни ты будешь делать ошибки, значит, он либо обманывает себя и живет в нереальном мире, вот в каком-то странном, тогда у него будет непонимание со всеми остальными людьми. Либо такой человек утверждает, врет и прет на пролом. И, естественно, что тоже жизнь ему покажет, что он не прав. Следующая причина для разочарования – такая установка. У меня никогда не будет проблем. Вот человек считает, что проблемы – это что-то инородное, странное, абсолютно ненормальное в его жизни. У всех людей могут быть проблемы, у меня не могут быть проблемы. Все сталкиваются с этим, а я не буду сталкиваться. Вот я такой особенный человек, у меня не будет никаких проблем. Естественно, ты противоречишь здравому смыслу.
В жизни полно проблем, в жизни масса каких-то моментов, когда ты не знаешь, что делать, в жизни много трудностей, которые пытаются сломать. Да. И от тебя не зависит, как даже самый идеальный человек сталкивается с проблемами. Это вообще абсолютно не зависит, какой ты. Элементарное стихийное бедствие, которое не зависит ни от кого. Да, и все это описывает Библия, что вот эти все вещи будут происходить, будут тебя обижать, будут какие-то моменты, может быть, в семье происходить какие-то конфликты, непонимания. То есть даже элементарное какое-то непонимание в семье – это уже проблема. Если человек считает, что «а как, я женился», я считал, что вообще не возникнет никаких таких спорных ситуаций, не должно возникать никаких бытовых проблем. Говорится, даже когда они говорят, что мы оба верующие, я и она, и как бы какие у нас могут быть проблемы? У нас общие интересы, общее понимание и взгляды на жизнь. Да, но есть элементарные разногласия или разные представления. Муж считает, что носки должны лежать возле дивана, и они должны складываться вот целый месяц, а потом все вместе должны стираться. А жена считает, что каждый вечер нужно их стирать. И не дай бог, они будут где-то возле дивана или возле телевизора лежать. Вот разное мнение, разное представление. И это проблема. И когда человек смотрит, что вот возникла проблема, и он начинает думать, что, наверное, тогда я женился не на той девушке, что у меня такая проблема. Значит, нужно развестись, жениться на другой, потому что это как-то странно. Ну, любая женщина скажет тебе, что, слушай, ну как-то надо, давай договоримся, где будут лежать твои предметы, твои носки или еще что-то. То есть это понятные вещи, но иногда люди настолько вот как-то странное мышление имеют, они считают, что вот у меня не будет проблем. А когда человек так считает, то будет воспринимать всякую проблему как что-то вообще неестественное. А проблема это нормально. Иисус сам говорит, что в мире будете иметь скорбь, в мире будете иметь трудности, в мире будут испытания, но эти испытания не сильнее вас. У вас будет также достаточно и благодати, у вас будет достаточно силы для того, чтобы преодолеть все эти испытания. И стать даже сильнее. Да, и даже негативные вещи, говорит нам Писание, они обратятся вам во благо. Даже какие-то атаки дьявольские, даже какие-то жизненные ситуации, проблемы, из них мы можем брать полезные для себя вещи. Они все равно нашим Господом так преображаются, что впоследствии мы видим, что мы с пользой для себя мы становимся мудрее, мы становимся сильнее, мы подходим к жизни уже иначе, мы можем становиться более гибкими. Да, и вот так вот человек, столкнувшись с такими ситуациями жизненными, может разочароваться в себе. Я думал, что у меня не будет проблем, я думал, что вот я женюсь, и все будет классно, все будет здорово. Значит, я плохой? Если у меня появились проблемы, я плохой. А если я плохой, значит, ну что же делать тогда? Ну вот разочаруюсь во всем, разочаруюсь в жизни. Вот я неудачник. Все, жизнь закончена. И человек вот так уходит в свою скорлупу, прячется, и даже никакой внешний не может его оттуда вытянуть, пока человек сам не решит, слушай, стоп, о чем я думаю? Что я говорю? Я вообще заблуждаюсь. И вот все эти вещи, которые мы перечислили, они загоняют человека в такое состояние, в какую-то тюрьму, когда он не обязан там сидеть, но он осознанно себя посадил в эту темницу и считает, что так правильно и так нужно жить. Какие вы могли бы дать нашим телезрителям советы для того, чтобы и не разочаровываться в себе? Необходимо развивать уверенность в себе. Необходимо утверждаться в том, что Бог говорит о вас. Не просто свои представления детские о жизни развивать, лелеять и вот стараться эти представления всю свою жизнь пронести как флаг и, вот, и считать, что незыблемо, я так думал, и не дай Бог, чтобы эти представления разрушатся. Нет, жизненный опыт — это такая вещь, которую мы приобретаем, она, жизненный опыт состоит из того, что мы считаем сегодня вот так, а завтра мы видим, что в жизни это не работает.
И вот жизненный, это и есть жизненный опыт. Коррекция. Да, коррекция. Коррекция своего мнения. Из этого и состоит жизненный опыт. А человек, который говорит, нет, вот я в детстве думал, что будет вот так. Я хочу до конца жизни, вот чтобы это все подтверждалось только. Нет, до конца жизни ты будешь постоянно принимать на себя удары жизни, которые будут тебе доказывать. Нет, в детстве ты не понял, ты не сообразил, ты еще не мог, не был способен увидеть то, как оно в жизни бывает. Это подобно как дорога, которая из одного пункта, из пункта А в пункт Б, она не всегда прямая. То есть она может быть ветвистая, она состоит из каких-то поворотов. Поэтому, но некоторые склонны думать о том, что если мне нужно попасть из этого места, например, в другой район города, то только по прямой. Но дороги-то нет прямой. Да, вот и человек, который останавливается в этом разочаровании, он не гибок. А жизнь, она требует от нас гибкости. Не говорится о том, что ты должен вот прогнуться под какие-то обстоятельства, поддаться какому-то злу, измениться в худшую сторону. Нет. Но есть объективные причины, есть объективные какие-то ситуации, которые должны объяснить тебе и научить тебя, что нет, твои взгляды неправильные, а вот в жизни так. И в конце концов есть Библия, да, Слово Бога, который нам показывает на примерах жизни людей, на событиях, вот он показывает историю развития человечества, и мы должны, читая это слово, понимать, ага, у меня было такое представление, что у меня не будет проблем. А как же? Даже такие самые лучшие люди, сам Иисус сталкивался с проблемами. Даже такие великие служители, как Павел, Петр, сталкивались с проблемами. Даже такой праведный человек, как Иов, сталкивался с такими просто нереальными испытаниями. А что же я тогда в своей жизни думаю, что у меня не будет проблем? Я заблуждаюсь. И значит, я должен изменить свое мнение. Да, будут проблемы, но будет и благодать, милость, которая поможет мне преодолеть все эти трудности. Для того, чтобы справиться с разочарованием, вы сказали, что необходимо развивать уверенность в Божьей благодати. Вы сказали, что один из способов, как можно развивать уверенность в Божьей благодати, в Божьей силе, через чтение Его Слова, через изучение жизни и судеб библейских героев. Как еще можно это делать? Когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией жизненной, мы можем молиться. И в молитве мы получаем от Бога силу и мудрость для того, чтобы преодолеть вот ту жизненную ситуацию, на пороге которой мы стоим. Вот Бог дает нам эту силу. И когда мы молимся, Он показывает нам, какие вот пути есть решение этой проблемы. Он показывает нам на тех же примерах библейских, вот как это решалось у других людей. Он дает нам мудрость и какие-то подсказки, как выйти из сложных ситуаций. Возможно, напоминает нам какие-то ситуации, в которых он может, через которые он может показать какой-то путь решения данной проблемы, с которой мы столкнулись. Да, молитва — это сверхъестественная вещь. И вот мы можем в молитве сверхъестественным образом получить какую-то подсказку от Бога. И это может быть в разном виде, это может быть как-то проявиться по-разному. Вы, допустим, читали Библию, и когда возникла сложная ситуация, вы не можете найти решение. Но обратившись к Господу, встав перед Ним на молитву, вы вдруг понимаете, что вот такая же ситуация была у библейского героя. И он поступил так, так и так. Значит, и мне нужно поступать так. Или вы просто почувствуете внутреннюю уверенность. У вас есть несколько вариантов, как нужно поступить. И вы приходите к Господу и говорите, я не знаю, как, что делать. Вот так, так или так. И вдруг вы чувствуете внутреннюю уверенность, что нужно поступить вот так. Также для того, чтобы не разочароваться в себе, можно прибегнуть к помощи наставников. Тех людей, которые могут вам объяснить и показать правильный взгляд на себя. Кто может быть наставником для нас? Это может быть какой-то человек в церкви, который более духовный, который, может быть, прошел сам вот какой-то
период такой изменений, может быть, у него были тоже такие проблемы, подобные вашей. И он смог справиться, нашел у Господа ответ на эти вопросы, и он сможет посоветовать вам, он сможет поделиться тем опытом, который имеет. Это может быть также какой-то лидер служения, какой-то духовный наставник. Это может быть пастор, который сможет открыть ваши глаза и чтобы помочь вам, и поможет вам, чтобы вы увидели себя не теми глазами, какими вы привыкли себя видеть, а чтобы вы смогли увидеть себя глазами Господа, чтобы вы видели себя не так, как, может быть, другие люди научили вас смотреть на себя, а так, как Бог смотрит, как Библия говорит о вас. И вот духовный человек сможет помочь вам, и вы измените свою самооценку, вы измените свой взгляд на себя, и вы также поднимете уверенность в себе. Мы говорили о том, что нужно быть уверенным в Божьей благодати. Вот Божья благодать, она способствует тому, чтобы у вас появилась уверенность в своих силах, уверенность в том, что Господь не оставит вас, Господь не покинет вас, Господь дает вам достаточно сил, достаточно всего необходимого для жизни и благочестия, чтобы вы проходили вот эти жизненные какие-то испытания, чтобы вы происходили вот эти те столкновения, которые остановили вас и разрушают вашу жизнь. Наверное, роль наставников также могли бы выполнять и книги, духовная литература, а также программы, какие-то радиопередачи, телепрограммы, которые несут в себе это вдохновение, мотивацию и ободрение для тех людей, которые слушают их. Конечно. И также я хотел бы еще сказать, что человеку нужно научиться, вот мы говорим о людях, которые разочаровываются к себе или склонны к такому разочарованию, к самоосуждению, самобичеванию. Вот такие люди должны научиться не предъявлять к себе завышенных требований. Потому что очень часто это люди, которые относятся к себе очень придирчиво критично, и критично. Они для себя ставят такие нереальные стандарты, которым вряд ли может какой-то человек вообще соответствовать. И не достигая этих стандартов, естественно, они разочаровываются. А что им может помочь? Вот может помочь то, что они перестанут для себя ставить такие высокие цели, высокие задачи. Немножко снизить планку и радоваться тому, что вы можете делать. Потому что человек ставит для себя большую цель и не разбивает эту цель на маленькие цели. «Я хочу быть великим проповедником», — говорит себе человек. И он видит только эту громаднейшую цель. И проходит год, он не достигает этой цели. И он разочаровывается в себе. У меня ничего не получилось. Но никто не становится в одно мгновение великим человеком в любой сфере. Профессионалом, да. Да. Нужно время, нужен опыт, нужна упорная обучение, работа, труд. И поэтому нужно эту большую цель разбить на несколько маленьких. Для того, чтобы я достиг той большой цели, мне нужно научиться хотя бы общаться с одним человеком или с двумя, с тремя. Мне нужно создать небольшую группу людей, которым я буду служить, которым я смогу помочь, которые будут рады общаться со мной, и я для них буду духовным наставником. Вот маленькую цель поставили, и вы ее смогли достичь. И дальше вы ставите другую. Если я смог помочь вот этим 5 людям или 10, значит, я смогу и более широкому кругу людей что-то говорить и как-то влиять на их жизнь. И я ищу такую возможность. Ставлю для себя задачу, что вот я хочу повлиять на 20 или 30 человек. Я назначаю какие-то курсы. Я поднимаю для себя немножко планку, соответственно, тем возможностям, которые у меня есть. Достигаю снова этого уровня и радуюсь тому, что у меня это получается. А вот когда человек не разбивает большую цель на маленькие кусочки, конечно, он будет разочаровываться. Любому человеку поставить такую цель он не сможет. Когда ребенок начинает ходить, мы радуемся, но он не происходит так, что он пошел и все, и больше никогда не упал.
Такого не бывает. Он пошел, и ты считаешь шаги. Раз, два. Он уже два шага сделал. Прошло еще несколько дней, ты видишь, он сделал третий шаг. Еще несколько дней он сделал пять шагов. Потом он начал вроде бы уже ходить нормально, но периодически он все-таки падает. Еще недостаточно хорошо развита координация. И это нормально. Не судите себя строго. Не ставьте себе таких сверхзадач, которые вы не можете выполнить. Проще относитесь к себе. Господь не судит вас, он не говорит, что праведник – это тот, кто никогда не ошибается. Нормальный ребенок – это тот, который никогда не падает. Нет, он говорит, 7 раз ошибется праведник, и 7 раз Господь восстановит и поднимет его. Вот наша жизнь состоит из таких шагов. Может быть, ты сделал 3 шага, но снова упал. А Господь тебя поднимает. Вот и праведник – это тот, кто не просто лежит на земле, на полу и говорит, все, разочаровался в себе, не верю ни себе, ни людям, ни Богу, все, не хочу ничего. Нет, праведник – это тот, который полежал, ему больно, может быть, ему неприятно, ему неприятно, что у него не получилось, но он говорит, что я буду лежать, надо пробовать еще, все, встану и попробую дальше. Сделал на этот раз больше количества шагов, что-то опять не получилось, упал и снова поднимается, принимает решение, продолжает дальше. И опять-таки здесь нужно сказать, что всегда есть выбор. Хочешь разочаровываться в себе – разочаровывайся, но в твоей жизни ничего хорошего не будет. А приложи усилия, чтобы не разочароваться, а продолжить вот этот жизненный бег к трофею, к тому призу, который приготовил тебе Господь. И все будет хорошо, у тебя все будет получаться. Дорогу осилит идущий. В своей жизни мы будем допускать ошибки, но важно не останавливаться, а продолжать идти. Это была программа «Я и мой характер». У вас все получится. Божьих благословений вам. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».